Вот вам немного про трафик на Гуа. Значит, вот эта мигающая штучка, которую вы видите на консоли у таксиста, это не мигалка, а это что-то вроде наших иконок. Это индуистский бог Ганеша, подсвеченный разными лампочками. У них там вообще модно подсвечивать все разными лампочками. И в магазинах продаются такие штуки в виде лампочек, которые вкручиваются в патрон, и у нее внутри там крест католический, подсвечивается разными лампочками. Вкручиваешь патрон, у тебя сразу иконостас. Вот. Как вы можете заметить, трафик не то чтобы сумасшедший, но абсолютно безумный. То есть все выезжают на встречную полосу, как хотят. Сигналы поворотов в принципе никто не показывает. Сплошная, не сплошная, всем плевать. Значит, компенсируется все это дело низкой скоростью движения. То есть ездят все не больше 50 км в час. Ну, по каким-нибудь большим дорогам, может быть, там до 70 разгоняются. Вот. А все сигналы подаются гудком. Вот это вот таким. Причем на впереди идущих машинах сзади всегда написано: пожалуйста, гудите. Please horn там написано. Потому что только так люди обо всем узнают. Ты бибикаешь, когда выезжаешь на встречную. Ты бибикаешь из-за поворота, чтобы встречные машины за поворотом знали, что ты здесь. Ты бибикаешь, когда кто-то идет по дороге. Ты бибикаешь, когда кто-то едет спереди. В общем, ты бибикаешь всегда. Чем больше ты бибикаешь, тем круче. Вот. Больших машин нету. Дорожки очень узкие, видите, там. Это вот здесь помещаются две машины на две полосы. Обычно дорога шириной в полторы полосы. И основные машины на дороге — это вот такие вот маленькие микроавтобусы Suzuki. Они очень маленькие. Они вот не как газель, а как две оки. И мопеды. На мопедах ездят все. На мопедах сбоку слева есть смешная такая ступенька, подставка для ноги, а справа на этом же месте глушитель. Я никак не мог понять, зачем нужна одна подставка для ноги, а потом увидел, что женщины садятся боком, они там все же ходят в национальных платьях почти, и не могут сидеть вверху. Вот она сидит сзади боком на мопеде, ставит ножки на приступочку. Вот. Ну, видите, там очень сухо, такой степной климат, как в Ростовской области. И очень пыльно. Здесь нет никаких цветов, только вот запыленные деревья и такой вот красноватый грунт, который, если ты долго едешь на мопеде, тебе в лицо летит такая кирпичная пыль. Вот видите, на лобовом стекле, это мы едем на такси, слева нарисованы буквы краской. Это, насколько я понимаю, лицензирующий орган написал тарифы, чтобы их нельзя было стереть. Но на эти тарифы, разумеется, все кладут, никаких счетчиков нету. Вот ширина дороги типичная. Никаких счетчиков в машинах, это все договаривается сначала о ценах, цены смешные. Зато, кстати, вот эти дороги очень узкие, они есть во всех населенных пунктах, по-моему, в которых живет не меньше 5000 человек. Там везде в деревнях написаны большими буквами на стенах такие выдержки из законов, которые Индира Ганди принимала. Вот это обычное дело, люди разъезжаются. Первый день нам вот так вот отломали зеркало. В сантиметре разъезжаются. Хорошо, хоть все ездят медленно. Городское движение. Мы там были в городе Мапуса. Это крохотный городишко, 25 тысяч населения, меньше Троицка. Там такой трафик, такое ощущение, что ты в мегаполисе в каком-то, как в центре Москвы. Сумасшедшее совершенно движение, огромное количество этих мопедов, прямо муравейник. Все машинки очень маленькие, что там делать на большой машине, вообще непонятно. Даже вот эти грузовики какие-то не очень большие. И автобусы.
Кондиционеры, кстати, в машине совершенно не нужны. Потому что нету изнуряющей жары, нету высокой влажности, духоты, и как-то совершенно нормально себя чувствуешь просто в машине, которая едет. Это вот мы ездили куда-то вглубь штата, на водопад. И там, я так понимаю, видимо, карьеры, на которых добывают известняк или песчаник, из которого нарезают блоки для строительства домов. Там не из кирпича строят, а из таких блоков. И вот там везде такие грузовики здоровые его возят. Страшно пыльно. Вот такие вот красные грузовики. Между прочим, местные индийские все. Все местное индийское. И даже вот эти Сузуки, там Маруки, видели, корова стоит. Корова стоит, ее надо объезжать, не прогонишь. Вот, у них там, как, значит, японские компании, но с индийским каким-то то ли участием, не знаю. Сузуки, Маруки, Honda, Hero, по-моему. То есть чистую иномарку встретить очень трудно. Встретить машину стоимостью больше 15 тысяч долларов вообще невозможно, по-моему. Самое ужасное, это, конечно же, левостороннее движение. Вы могли выдумать только такие дебилы, как англичане. Совершенно непонятно, почему до сих пор вынуждены страдать люди в других странах. Пусть бы сами эти дебилы так бы и продолжали ездить, потому что человек... Ну, это неестественно совершенно ездить по левой стороне дороги, чтобы руль был справа. Именно поэтому такой бардак страшный на дороге, потому что это неестественно для нормального человека. Еще один лишний повод, чтобы утопить Англию. Ну вот, собственно, и все вам про трафик. Всем пока!